Всем привет, добро пожаловать на канал Hard Reset Info, и в этом видео покажу, как поменять режим ходьбы в игре Genshin Impact. Для того, чтобы это сделать, переходим в верхнюю иконку. Настройки. И режим ходьбы. Либо по умолчанию, либо смена нажатия кнопки. На это все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.